Сегодня в 14:00 в Усть-Каменогорске состоится масштабное событие – областной финал международного музыкального конкурса «Мен Казахпан». Лучшие из лучших участников районных этапов творческого состязания сойдутся на сцене концертного зала «Ертыс-концерт», чтобы выявить сильнейших исполнителей в различных жанрах традиционного казахского искусства. Напомним, что международный мегапроект «Мен Казахпан» проходит уже во второй раз. И в этом году желающих попробовать свои силы в музыкальном состязании стало еще больше. В мае стартовал второй сезон. И только в Казахстане более 180 населенных пунктов, районных и областных центров представили сильнейших исполнителей, музыкальных виртуозов, вокалистов, объединенных одной общей идеей – возродить казахское народное искусство, вспомнить забытые жанры и традиции народа, дать новую жизнь уникальным старинным произведениям, которые передавались веками из поколения в поколение. Отметим, что уникальный мегапроект, в котором принимают участие исполнители не только Казахстана, но и России, Монголии, а также Кыргызстана, был инициирован Республиканской телерадиокорпорацией «Казахстан» при поддержке Министерства информации и коммуникации Республики Казахстан и сразу охватил внимание зрителей не только Казахстана, но и соседних стран.